Всем добрый день, гости и подписчики моего канала. Перенаспороз на огурцах – опасное заболевание. Оно может навредить не только огурцам, но и другим культурам в огороде. Его распространению способствуют различные насекомые вредители, такие как тля, белокрылка. Появлению этого заболевания способствует повышенная влажность воздуха, а также и другие факторы. В этом видео хочу показать вам, как можно бороться с этим недугом, используя народные методы. Особенно для тех, кто не хочет использовать препараты. Итак, первый способ. На 10 литров воды берем 1/2 чайной ложки зеленки или йода, 1 литр молока или сыворотки. Используем данное средство на протяжении всего роста огурцов. Опрыскиваем весь куст, плети, листья каждую неделю. Второй способ – это сода. На 5 литров воды берем 3 столовые ложки соды и 1 столовую ложку жидкого мыла или средства для посуды. Также опрыскиваем весь куст около 4 раз за сезон, с интервалом 10 дней. И третий способ – это луковая шелуха. Она эффективна особенно на ранних стадиях заболевания. На 5 литров воды берем 500 грамм шелухи, доводим раствор до кипения и настаиваем пару дней. Потом процеживаем и получившимся отваром опрыскиваем огуречные кусты, делая это несколько раз в месяц. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.